20 уже. Утро уже. Бабушка, дай поспать. Мишенька, ты что, не спишь? Нет, ну, сплю маленько. Ну, спи, Миша, спи. Миша! Что? Я ночью не ходила, не бродила, не мешала вам. Нет, с печки только упала. На матрас. Отскочила и обратно залетела. Залетела — это хорошо. Летаю — значит расту. Мишенька! Что? Спи. Спи. Кто это у нас тут? Примостился. Барсик! Нагулялся? Хитрая морда. Хочешь кушать-то? А? Чего молчишь? Барсик! Барсик, да отвлеки что-нибудь уже! Хотя бы. Эдик? Чумашка. Ты что не спишь? А? Чё ворочаешься? Я сплю, чё. Сухо, нет у тебя? Ну ты чё? Всё нормально? Ничего, круто всё. Классно. Эдик, ты сегодня какой паре в институт? К третьей, к двенадцати. Ровно. Ровно? Ровнее не бывает. К двенадцати, да? Я тебя в 7 разбужу, чтоб не опоздал. Мишенька, Миша. Да что? Ты блины будешь на завтрак? Я не буду никакие блины. Ты миксером шуметь будешь. Что, я полоумная, что ли? У меня нет миксера. Венчик есть. Васенька, не надо, я не хочу блины. Не хочешь? Нет. А что хочешь? Да ничего я не хочу. Миша, давай я тебе отбивную сделаю. Не надо мне никакую отбивную. Ты корову начнешь колоть. Чего? Зачем ее колоть-то? Бензопилой распилила на лепешке, да и все. О, будешь корове лепешку? А? Я не буду никакую лепешку. Теплую, вкусную. Миш, сама ешь эту коровью лепешку. Я уже поела. Второй закуси. Вторую я не осилю. Она большая. Миша! Что? А что тебе сделать на завтрак? Да сделать тишину, ёлки-палки. Из яиц? Да, из 30. Миша, не разговаривай с бабушкой. Вот ты где! Я думала, ты в армии. А ты здесь. Игорь! 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 Господи, случилось что? Вроде теплый еще. Игорь! Ой, беда, 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 ой, беда. Алло, скорая. Приезжайте скорее, у нас человек издох.
Так я его зову, не отзывается. Что? Он отозвался. Игорь! Игорь! А-а-а. Тебе сегодня на завод в какую смену, в день или в ночь? Не, в утро. В утро мне. Что вы вскочили в такую рань, где вы поспите? Поспите! Давай я. Да ну не со мной. Господи. Это еще что такое? Что это бздыкает? Чья коробочка? Что это моргает? Мама, это телефон мой. Я его специально на вибрацию поставила, чтобы не мешал. Дай сюда. Ну ты дурында, Марина. Выключай. Выключай. Разбудишь всех. Опять 25. Телефон у кого-то. У кого телефон? Домашний. Вроде как домашний звонит. Похоже, что он. Домашний звонит. Вот он так и звонит всегда. Передразнивает. Кому звонят? Деду не могут звонить. Ему последний раз в 37-м звонили. Может, мне звонят? Кому еще звонят? Так каждое утро в 5 утра. Игорь! Без сопливых скользко. Алло. Зоя, ты что ли? Ты что звонишь каждое утро? А? Что ты? Ты еще не ложилась? Ну, ложись. Ложись. Все, давай, пока. Чего? Чего? Не-не-не-не-не. Денег нет. Ну, вы держитесь там. Все. Я говорю, всего хорошего. Все, пока. Все, звони в любое время. Звони, говорю! Глухая тетеря. Чё звонит каждое утро? Ясно же сказано. Денег нет. Ну чё? С чем блины-то вы будете? А? Со сгущенкой или со сметаной? Можно с вареньем сделать. С повидлом можно сделать блины. Со смородиной, с сыркой, с клубникой, с вишней, с яблоком, с крыжовником. С крыжовником давай. Игорь, вставайте в гараж за крыжовником. Игорь! 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 Мишенька, ты что подскочил ни свет ни заря? Тебе еще 3 минуты спать. Че-то не могу уснуть. Че ты подскочил? В гараж пошел за крыжовником. Молодец, а. На тебе ключи от гаража. Так, на тебе деньги на электричку до гаража. Возьми там ведро мусорное, выкинешь с электрички. Бабушку тоже возьми с собой, выкинешь с электрички деньги. Я не могу ехать, мне надо блины вам делать. Сейчас я вам блины пожарю. А что их жарить-то? Они же будут шкварчать на сковородке, разбудят всех. Я их сварю. О, микроволновка же есть. Сейчас. Сейчас мы их тут сварим. Мама, дай поспать, а! Я же для вас стараюсь. Пожалуйста. Марина, подъем. Давай. Игорь. Давай. Эдик, Эдик, где твой велосипедик? Вася. Давай, давай. Васик,
Барсик, вставай! Барсик, вставай! Да он стукнул на твой барсик. Как стук? А я думаю, что он тут полтора года лежит. Ну ладно, разберемся. Другого заведем. Ну что, как спалось-то у бабушки? Хорошо спалось. До 5:20. Ну ешьте блины-то ешьте. А я прилягу. Не выспалась. Намучилась все утро с вашими блинами. Давай.